Хей, окей, с вами Шмики, мы продолжаем проводить игру под названием Borderlands 2. Окей, давайте сделаем две с вами вещи. Первое. Я вот думаю, либо... А давайте в ветке пещеры сразу сбегаем. Закончим эту миссию. И чтобы туда уже больше не возвращаться. Потом отправимся по сюжетной миссии, да? Там у нас тоже будет новая локация. Но здесь, ну сколько я пускай... Следовать подсказкам. Чё, блядь? Каким подсказкам? Можно карту увидеть? Следовать подсказку под... Следовать подсказкам. Под залитым кислотным рельсами. В складе на берегу. В тени землекопа. Внутри кровавого... Нихера себе тут головоломки. Все хотя бы открыто? Ну то да. Так, залитые под этими рельсы. Под залитыми кислотными рельсами. Под залитыми рельсами, значит где-то здесь. А что такое у нас здесь залиты рельсы? А можно попадать? Спасибо. Если вы имеете в виду кнопки вот эти нажимать, то хорошо. Одна кнопка есть здесь. Хорошо. Второй, следовать подсказкам. В тени землекопа. Вкладе на берегу. Вкладе на берегу. В тени землекопа. А вот и моя старушка. Турель обыгрывает противника с разгромным счетом. Кладе на берегу. Склад, это может быть любое место на берегу, но берег только здесь. Здесь нужно кнопки нажимать, поэтому... Спонятно, так, на складе наверху, в тени земли доль. Внутри кровавого шестого доля. Берегу в тени. Наверх я сюда забраться могу? Ох ты ж, ё-моё! Опасно, опасно. На берегу, где я на берегу? Вот берег.
тени. Ага, на складе, вот. В складе на берегу. Я должен понимать, что я ищу. Я кнопку ищу? Да. Рычаг. Следи за подсказками. Следи за подсказками. Скорее всего... Подожди. В тени землекопа. Так, внутри кровавого шестого. Ну, в кровавого шестого я знаю, где это. Следовать подсказкам не знаю. В тени землекопа. Где у нас землекоп? Тени землекоп. Вот, землекоп. Заброшенная шахта. А где здесь тень? Замечал ли я, когда тут раньше шел? Зараза. Налетят же, налетят, боже мой. Как помойка. У меня патронов много для тебя, чел. Намного хватит. Ну, не очень сильно, но все же. Следовать подсказкам. В тени землекопа. Вот землекоп, да? В тени. То есть, получается, здесь где-то. Это ж тень, получается, да? В тени. В тени землекопа. То есть... О, да, вот. Так, кровавая. Кровавая залупенка у нас была здесь. Кровавая 16 была здесь. Да-да-да. Следовать подсказкам. Следовать подсказкам — это тоже у нас типа дверь. Так, перезаряжена, перезаряжена. Так, кровавая. Внутри кровавой дали. Вот. Кровавая. Хорошо, здесь у нас, получается, открылась. Вот эта дверь должна открыться, нет? Окей. Полезли наверх. Если она не открывается. Хотя она, кажется, должна открыться была. Так, подожди, а куда это я хотя бы выйду? Стой, мне обратно нужно. Да, я теперь не получаю урона вообще от падения. Раньше, когда ты падаешь с высокой этой, тебе урон наносился. Давай тебе. Я, скорее всего, знаю, но не точно, где это место. Ну, то есть, что это? Это вот то подъем, помните? Такой я говорил, что скорее всего что-то должно случиться, но что-то не работает. Где-то вот неизвестная область. Это она, кажется, есть. Я скоро апнусь. Каев. Что сказать. Давайте до конца апнусь уже.
Да, прячемся. Давайте, немного осталось. Сраный летун. Ну, уже осталось одного убить. Немножко осталось. О, давай ты. Ты будешь ластом. Червячок. Нет, нужно еще немного. Да, вот он, подъем. О, новый уровень. Не, давайте лучше я турельку все-таки прокачаю, пока работает турель. Если сейчас будет что-то жесткое, я должен готов быть. На все 100. Начнем с дробовика. Подождите, а что у меня по 8К? Ой, а что это за пистолет? Вернее, ладно, потом я все посмотрю, что нам дали, и продадим. А пока что пистолет возьму в руки. Пока что все нормально, просто бежим. Пока они все повлазят. Если начнется жопа, именно зажимать уже начнут, тогда да, придется приготовить им набивать жопу. По жопе, так сказать. Да, это арена какая-то. Найдите сокровище. Ну, 666. Ну, блин, нет, это, конечно, все на продажу подойдет, потому что, ну, против этого, ну, вы никуда, поверьте. Хочешь познакомиться с моей подружкой? Я понял. Когда завалили дерьмом. 400. Так. Выбросить. 417. Даже 417. Вот эта снайперка типа неплохо, но урон. В смысле? Алло. Я сейчас освободил. Как вы бесите? Так, 500 с чем-то. 552. Выбросить. Ой, ой, что-то я засмотрелся немного на ваш зад. Королевский муравей. Заткнёшься ты наконец. Изи. Окей, все, можно отсюда валить. Здесь больше ничего ценного нету. Сокращения пути нету тоже. Окей, значит, сейчас пробежим там. Вот тут есть это спрыг. Херня. Спрыг. Хочу спрыг. Даже, а я туда смогу попасть? Чтобы меня не столкнули. В принципе, туда можно как-то попасть, но это не точно.
Так, ням-ням. Окей, бежим, сдаем мусор, возвращаемся, забираем все, что осталось там. Но я затем тоже сбегаю, потому что там ценники есть вещи. Так они идут ко мне или нет? Задание выполнено. Добро пожаловать в портативную клинику доктора Сэда. Продать. Чем я могу помочь? Так, побежали, заберем, потом вернемся. Что за звук? Он превратиться хотел, я видел. Я все видел. Но я бы отсюда не убежал, потому что тут Ридика. Ридика, they very good. My name is Ридика. Добраться до сердца пустыни. Ну блин, смотрите, ну я не знаю, на самом деле такой пистолет. Типа 50-50. Типа он с одной стороны хороший, с другой стороны не очень. Непонятные звуки, кирок. Может, это призрак? Данная локация. Раскошеливайся. Фигня продать. Пурпурка. Пурпурочка. Продать, продать. Увеличение урона. Вернем. Херня, херня. Вот это вот фиолетового типа восстанавливает здоровье. 13 здоровья, нихера себе. Уровень здоровья плюс чем-то. Стойкость, давление, рывок. Угу. Давайте попробуем. Так, у меня сейчас 127 пули. Да? Подожди. 127 и 9 тут. Теперь у меня 8 патронов тут. Но зато теперь у меня регенка. КП быстрая. Угу. Что у меня теперь по способностям? У меня здесь все равно осталось, замечу, да? И все. А что он еще улучшил? Что-то я не понял. А, зуб улучшил. Такое слышать. Ну, такое. Это фигня. Нет, чисто ради хила. Но там у нас что? Емкость магазина, перезарядка. А, перезарядка 20%. Это уже такое. Хм. Ну чисто из-за брать. Где продам ее? Или нет? Нет, не хочу. Так, стоять теперь. Па-па-пам. Полетели. Скоро мы уже с вами пройдем основную у нас игру. И у нас останется только DLC. Очень много DLC. И очень долгие. Сами по себе DLC. Берем машиночку, телепортируемся. Меня в машине обманули, меня обманули в машине. Скутер, ты что меня за дерьмо подогнал? Грузчик, грузовик, так. Вот это другое дело.
Ладно, не хочу тратить время. Давай, открывай. Поехали. Ну, мы сегодня с вами были кладоискателями, поэтому нормально. Не высовывайся, мясник! Мои парни идут в атаку! Пускай взрывают. Ну вот, путь к форту свободен. Иди туда и выясни, где находится Лилит и воин. Найдем Лилит и воина. Сердце пустынь, кладбище. Так, вспоминай, была эта локация, точно ее. Да, я помню эту локацию. Покатушки на машинах. Ах. Как же они мне нравятся. Как же мне нравятся эти задания. Видишь здание, из которого бьют лучи света? Да. Это информационный форт. Ты сможешь попасть внутрь по главной иридиевой трубе. Давай, двигай к ней. Карта довольно маленькая. Только ж, если не брать в расчет, что здесь дохера места с машинами. Рядом с трубой должна быть лестница, она ведет к служебному проходу. Да, не самое приятное местечко, но так ты гарантированно попадешь в форт. Так, собрать части. А что с моей машиной? Чёрт, эти скаги не представляют, что я для них приготовил. Это будет нечто. А можно узнать, что с моей машиной? Почему я её так покоцал? Так, не, я хочу типа туда наверх пойти, но я такой думаю, а надо ли? Не, давайте дальше, поехали. Здесь тоже довольно будет много миссий. Да, где цветная башня? Мне кажется, либо она светится. Нет, кажется. Ладненько. Станция открыта. Так, и последний, вот он. Что, погнали к Зеду? Альфа скак. Там уже быстрое перемещение должно быть, да? Я уверен в этом. А потом вернемся и продолжим данный путь. Убежище. Как раз мы с вами закупимся этими патронами. Я не знаю только что мне на дробовик тогда купить. Потому что дробовик он более хорошо сбивает. Кстати. У меня в инвентаре нету ничего, хорошо. Новые образы. Голова. Короче, я понял, мне на этого персонажа решили нихера не давать. Может, кокос использовать? Давайте кокос. Я сначала к Зеду зайду. Ой, там, кажется, задание появилось. Да, на карте нету. Только здесь задание. Зед. Эй, зачем ты даешь мне все эти окровавленные конечности, которых я не заказывал?
Вот, возьми эту 100-долларовую купюру в знак моего отвращения. Оно живое, скорее всего, отсылка к... Да, смешно вышло. Проекты, над которыми я работал, они... сбежали. Сделай одолжение, избавь меня от них, ладно? Знаешь, если хорошенько подумать, это твоя вина. Хорош. То есть он на меня спихнул. Объясни-ка еще разок. Я же сказал, я не люблю драться. Я предпочитаю держаться от цели на расстоянии. Подгадываю момент и валю ее одним метким выстрелом. Воу-воу-воу, че это ты не любишь драться? Я понял. Жаль, что у меня мало бойцов вроде тебя. Между нами от остальных толку немного. Ты слушаешь гиперионские новости, где говорят, что ты убиваешь детей и пинаешь щенков? Я нашел, по которой их записывает. Он в сердце пустыни. Загляни к нему в гости и наведи там порядок. Ну окей, мы это тоже все сделаем. По сути, это слабого уровня. Избранный. Ха! Просто на халяву челик получил денежку. Так, а теперь Ридика. В одиночку гулять опасно, тупица! 41 у нас. Можно либо патроны, либо дробовик. Я вот думаю, 20. 20, 12. Так можно и ту, в принципе, купить, почему бы и нет. Давайте так и сделаем. Пистолет. Спасибо за эризий, прыщ. Дробовик. Тебе будет проще убивать. О, под косарь уже стоит. Нихера себе. Все хуже и хуже. Хорошо, внешность. Сейчас посмотрим еще на облик. Надеюсь, это на человека, а не на машину. Или вот это, с этим походить. Не, давайте с этим. Ладно, давайте тогда заканчивать на этом серию. И следующая серия, я сейчас посмотрю... Гарантия безопасности. Что ты продаешь? Вернем. Загляни ко мне позже, я выставлю... Ага. Что у нас по заданиям? Так, у нас два задания в одной точке. Холодильник, это неизвестно. В какой-то веку у Галифа появилась умная мысль. Не знаю, где это и кто это. Но это потом, может, будем искать, когда уже закончим наши вообще миссии. Не открыты... И там должны подразделяться долцы. Без множества зверей, город добычи от этого до 4 искателей хранилища. Сумеете ли вы или ваши друзья выжить в пристройке естественного отбора? Ага. Это, короче, у нас рейдовская херь. Тоже, наверное, волны, нахер надо. Значит, у нас рагу и последние новости. В принципе, и то у нас находит... Ага, мне еще плюс за это дадут 8 ридики. Это выгодно. Поэтому в следующей серии мы отправляемся в сердце пустыни на кладбище и как-то так. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.